Завершается капитальный ремонт подъездов на улице Городок 17, дома 21 в Больших Веземах. Построили его 36 лет назад, и масштабных обновлений здесь ни разу не проводили. Глава округа Андрей Иванов приехал на объект и пообщался с местными жителями. Проводились покраска стен, перекладка плитки будет входной группы, ремонт входной группы – это покраска фасада входной группы и ремонт козырька входной группы, чтобы не было протечек. В этом году в округе уже отремонтировали 12 подъездов по губернаторской программе. Заменили входные двери в подъезд, электрику и окна. Провели косметический ремонт. Здесь Андрей Иванов поручил управляющей компании заменить плитку, сделать удобные ступеньки и съезд для колясок и инвалидов. Площадочка, это прям дверь, да. Ну, это все по ногам, да? Зальем. Чтобы отсюда мы выходились. Да. Чтобы мы выполнили удобно. Даже цвет стен подрядчик согласовал с жильцами дома. Ремонтные работы уже завершаются. Срок сдачи объекта – 20 августа. Раиса Киян, Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».